7 февраля в Хасавюртовском городском суде состоялось совещание по обсуждению итогов работы городского суда за 2018 год. В совещании приняли участие прокурор города Хасавюрт Гасан Юсупкадиев и руководители следственных органов. Исполняющий обязанности председателя Хасавюртовского городского суда Малик Алиев привел цифровые показатели работы, отметив, что за прошлый год в городской суд поступило 371 уголовное дело, рассмотрено по существу с вынесением приговора 328. Дел. По результатам их рассмотрения в отношении 333 лиц вынесены обвинительные приговора, в отношении 4 обвиняемых вынесен оправдательный вердикт. Малик Алиев также указал на имеющиеся нарушения при расследовании уголовных дел, допускаемых следователями и дознавателями. В свою очередь прокурор города Гасан Юсупкадиев отметил, что действительно следователями и дознавателями допускаются нарушения при расследовании уголовных дел, о чем свидетельствует вынесение оправдательных приговоров в отношении 4 лиц и возвращение на дополнительное расследование 2 уголовных дел. Также Юсупкадиев отметил, что впредь поддержание государственного обвинения сотрудниками прокуратуры города будет осуществляться на должном уровне.